На мероприятии собрались самые успешные и перспективные студенты. Праздник под общим названием «Созвездие Югу-2017» объединил 165 краснодипломников с разных институтов. Про таких ребят можно смело сказать – гордость университета. По уже сложившейся традиции праздник начался с приветственного слова ректора Карминской Татьяны Дмитриевны. Я вас от души с этим событием поздравляю. Желаю, чтобы у каждого из вас по всем направлениям все получалось. Чтобы у вас была хорошая работа, которая вам приносила удовлетворение. Чтобы в вашей семье, у родителей, у вас лично все складывалось так, как вы этого пожелаете. И, конечно же, я желаю благополучия всему нашему Югорскому государственному университету, потому что надеюсь, что вы навсегда останетесь с нами. С праздником, уважаемые выпускники! Также в этот праздничный день выпускникам были сказаны слова поздравления и даны напутствия от потенциальных работодателей, представителей органов власти и местного самоуправления. И вот теперь вы дипломированные специалисты, и, конечно же, самое первое пожелание, помимо всех остальных, для счастья, здоровья и благополучия, это, конечно же, обрести работу по душе. А если она будет еще и по специальности, то это будет вообще замечательно. Потому что на самом деле, когда занимаешься любимым делом, это не работа уже, это сплошное удовольствие, да еще и оплачиваемое. Что может быть лучше? Поэтому я, конечно же, вы сейчас молоды, перспективны. Вот перед вами открыты, в принципе, все дороги. И я желаю вам на этих жизненных путях удачи, успеха, процветания, счастья, здоровья, благополучия. В общем, всего, что вам было нужно, что вам нужно, что вам хочется. С праздником вас! Многочисленные фото, искренние улыбки, огромное количество цветов и похвалы – все это сопровождало выпускников на протяжении всего вечера. Многие из ребят уже решили, чем займутся после получения диплома. Хотелось бы поступить в магистратуру, работать, учиться, дальше продолжить учебную деятельность. А кто-то еще в раздумьях, но останавливаться на достигнутом не собирается. Конечно, надо что-то делать дальше, развиваться. Либо искать работу, и как чем лучше, тем, конечно, лучше. Либо поступать в аспирантуру, но не стоит оставаться на месте. Останавливаться, стоять, ждать ни к чему. Нужно дальше развиваться и идти вперед. Но все же, какие эмоции испытывает студент, окончивший университет? Мне как будто бы для себя галочку еще одну очередную поставила. Я с красным аттестатом закончила школу, на медаль закончила. И сейчас тоже на красный диплом. Еще раз доказала самой себе, что я могу, что если я ставлю цель, я ее добиваюсь. Я считаю, что я большая молодец. Я очень рада, что у меня так все получилось. И я на красный закончила и защитилась на 5. Наконец-то! Я теперь уже не студент, а официально дипломированный специалист. Я достиг многого и не собираюсь на этом останавливаться. Как завещали наши гости, завещал директор нашего института, только движение вперед и только к победе. На самом деле сейчас открываются очень многие дороги, но очень сложно выбрать. И наступает какая-то опустошенность. Я до конца еще не осознаю, что я закончил университет. И буду думать, что делать дальше. Наверное, устраиваться на работу. Но на самом деле пустота. Пока что пустота. Нету таких прям вау эмоций. Просто то, что закончил университет и надо что-то решать дальше. Каждый директор института лично вручил выпускникам благодарственные письма и сказал теплые слова в адрес своих студентов. В завершении торжественной части песни исполнили Мадина Улиханова, Алена Куимова и Дарья Кабирова.